Сьогодні ми продовжимо розповідь про будівництво житла у нашій студії Борис Розенблат, голова ради директорів компанії Фаворит. Добрий вечір, Борису Семеновичу. Добрий. день. Перше запитання таке: воно досить і філософське, і теоретичне, якщо хочете. Чому у Житомирській області. Зараз і раніше, в минулі роки, ну не такими темпами я би хотілося ведеться будівництво житла. Які тут причини? Чи у людей немає коштів, чи можливо вартість житла дуже висока, чи можливо і те і інше? Ваша точка зору, яка? Ну, моя точка зрення основується на економіці: спрос і предложення. Тобто, якщо на сьогоднішній день у нас є питання э, насутствує спросу, значить є відсутство і Но у нас были еще, наверное, такие моменты, которые связаны с недоверием людей. То есть никто же не отменял вопрос Алвиты Центр. Долгое строительство на Карбутовке, недостроенный на Лысь-Украинке дом. То есть люди как бы мало верят в то, что застройщик обещает за полтора-два года построить дом и строит. То есть это, наверное, и есть причина недоверия людей. Ну і і можливо, ціни досить високі у тих забудовників, які от вже будують своє житло, завершують будівництво. Як ви вважаєте, як для Житомира в цілому ціни на за квадратний метр? Ну, ви знаєте, строївство, що в Києві що в Житомирі, однаково має свої би, цінові характеристики. Вопрос Києва тільки, мабуть, цінний вопрос землі. То есть земля намного дороже в Киеве, поэтому и будильница там стоит немного дороже. Но строительные материалы, рабочая сила, по сути, она везде одинаковая. Поэтому для Житомира цены, которые есть на рынке сегодня, ну, я думаю, что они адекватные. Э, насколько я понимаю, сегодня на цена идет от 6,5 до 800 гривен. Я сужу по своему дому. И для Житомира, я думаю, это вполне приемлемая цена. Я ну, как бы немножко в дальнейшем остановимся вопрос цены, более так угу. бы, как бы характерно. Почему? Так, так. Потому что для меня важно, что входит в цену. То есть сегодня есть вопрос строительства любого дома. То есть это как вот люди, может быть, перевести на автомобиль-строение. То есть там вопрос автомобиль. Есть базовая комплектация автомобиля. Туда входят извините, там, двери, ручки, колеса, двигатель. Вот есть такая же самая, допустим, автомобиль. Но человек приходит э, к заказчику и говорит, я хочу кондиционер, я хочу там какие-то э, сидушки кожаные, я хочу там двигатель помощнее, я хочу там какую-то отделку. То есть ему автодилер начинает рисовать цену и получается как бы ну, себестоимость автомобиля уже выше. Так же самое и дом. То есть мы можем построить дом и за 6 тысяч гривен квадратный метр. Ну и какой будет цей будинок, правильно? Это будет все то же самое практически, но он будет в середине пустой. Там не будет там, отопления. То есть, оно будет отопление какое-то, но будет подготовка, будут э, места подключения. Мы сделаем ту же самую систему там, вентиляции, сделаем э, дымоудаление, подготовку. Но мы уже не будем э, проводить трубы, не будем котлы вешать. То есть, это уже будет человек сам все делать. Поэтому цена будет, соответственно, немного дешевле. Зрозуміло. Ну вот компания «Фаворит» дотрималась своего слова. Она уже збудувала. Перший будинок і зараз розпочало будівництво наступного будинку. Про це ми поговоримо дещо згодом. Я б хотів зараз, Борисе Семеновичу, щоб ви сказали в цілому. Що являтиме з себе житловий комплекс фавориту? Ось ми бачимо, біля нас знаходиться макет. Ми попросимо нашого оператора, щоб по ходу він більш таким великим планом показував. Я вас прошу, розкажіть, будь ласка, от де знаходиться вулиця Вітрука, і які такі основні споруди тут мають з'явитися незабаром. Прошу. Ну, улица Ветрука находится у нас здесь, в нижней части нашего чертежа. Это улица Дашевченко, э, это, да. улица это Бородия. Бородия полностью. Это уже дом, который мы построили и сдали в прошлом году в ноябре месяце. Это дом, который мы начинаем уже строить, то есть мы уже сделали э, первые пробные забивки свай. Сейчас сегодня как раз проходит испытание уже забитых свай, если в принципе нагрузки подтвердятся, мы начинаем осуществлять свайное поле. Но, э, как бы это предусматривает себя комплекс домов, если вы видите. То есть это будет третий дом, который будет идти параллельно улице ветрука. Вообще, это план оптимистический, так называется. И это будет у нас огромный торговый центр. Здесь церковь, которую строят, где католическая церковь, ну, на, угу. там фундамент, но я думаю, что они построят. Будем надеяться. И в принципе это как бы оптимистический план. То есть это территория, которая нам принадлежит, а вот это наша перспективная застройка. Я думаю, что мы с нашими соседями будем вести переговоры и в дальнейшем, ну, с помощью города, городских властей, мы осуществим весь полностью застройку этого квартала. Ну я вижу, тут детячий садок написано, что майя будет автозаправная станция. Она уже Май... есть. Это да, майданчик, для тимчасовые стоянки автомобилей. Это будет. есть, он уже тоже построенный, он уже сделан. А вот детячая садочка, поликлиника, плану еще будет если я вам покажу тут давайте ну, покажем вообще вот у вас есть такие да то есть скрабные э, малюнки да ну если в принципе я взял их с тобой захватил это планируемый наш дом который мы начинаем строить и если вы видите первый этаж обратите внимание да. он именно это и есть наш планируемый комплекс общественных зданий то есть это поликлиника это детский сад Це фітнес-зал, мы там буде для жителей, ну как бы района району і приліжаючих територій. Тобто, по суті, це те, що ми плануємо зробити. В цьому доме буде вісім этажей жилих і один етаж буде зданий. Ну, От будинок, який вже ви здали, так. в якому вже люди проживають, чим він відрізняється від будинків. Ну, які є вже в Житомирі, які зараз нові будинки будуються, сучасні будинки. А чим ваш відрізняється. нагадаємо, можливо, не всі телевідачі минулого разу дивилися нашу передачу. Чим він відрізняється від тих, що є, які його будемо говорити, тактико-технічні характеристики, якщо можна? Ну, знаєте, тяжело судити. І можна часами описувати, скільки сил енергії ми вложили в цей будинок, Але тим, що він відрізняється, це, скоріше все, що. Прежде всего, я уже говорил, это своим э, энергосберегающими технологиями. То есть для нас было важно, я еще раз повторяю, это максимально сберечь тепло и холод. То есть для того, чтобы он действительно был термосом. Этот а дом. тут венео? Дом. Э, нет, это я взял чуть-чуть а нового, нового новый, дома, да. но он будет практически такой же самый. Но мы, мы покажем, а потом Да, Он ничем туда. не отличается. Э, Второй вопрос, это было то, чтобы были просторные коридоры, светлые коридоры, чтобы это был э, удобный вход, чтобы люди не бегали по ступенькам, я имею в виду при входе в подъезды. Э, это ну, максимальный комфорт жилья, индивидуальное отопление в каждой квартире. Ну, в принципе, то, что как бы... Все створено для людей. Ну, можно так сказать, да. Чи є в продажу квартиры в тому будинку, який вы вже збудували, і можливо... Там люди ще не всі купили, не всі квартири куплені, можливо, люди можуть ще купити. На сьогоднішній день квартири ще є. Да? Е, на жаль, немає двокомнатних квартир, але однокомнатні, трикомнатні ще В це одноком квартири. Площа йде від 36 до 42 квадратних метрів. А чи є в цьому будинку? Ми знаємо, що є така програма Доступне житло. І от чи в цьому будинку за цією програмою доступне житло? Також чи є квартири? Да, програма э, продовжує працювати. Э, буквально на днях опять прийшли деньги. на казначейство по доступному жилью уже на программу 2013 года. Мы вчера написали Геннадию Григорьевичу Зубко, народному депутату, письмо о том, чтобы включить уже новый дом в программу доступного жилья. В принципе, он как бы там э, сегодня... Он в всем комитете работает. Да, да, он в комитете там работает. И он, э, ну, я думаю, приложит все силы для того, чтобы этот дом включили в программу доступного жилья, ну, чтобы максимально сделать доступным, чтобы люди могли покупать квартиры. Единственное, как бы вопрос, то, что мы говорили это вопрос опять же цены. То есть в построенном доме цена, как я говорил, 8100 гривен. То есть она уже не изменится, она не будет выше, она не будет ниже. Она а те, что есть, раньше вклали гроши, они Они покупали от 7000 гривен, начинали. То есть то же самое, сегодня у нас была программа и по этому дому. Мы сделали как бы такое эксклюзивное предложение по 6000 гривен квадратный метр для первых 10 желающих людей. К сожалению, эта уже программа закончилась, то есть 10 человек уже, уже? Сдали, да, деньги на квартиры, приобрели. И сейчас мы начинаем э, вести диалог с людьми про опять ценовую политику. Но я возвращаюсь к нашему вопросу первому. Что включает в себя квартира? То есть сегодня я однозначно говорю, то есть э, в этом доме квартиры будут начинаться дешевле. Дешевле почему? Потому что прежде всего э, мы будем делать базовую квартиру. То есть это будет квартира с входной дверью, в середине будет сделана вся полностью подготовка, будут сделаны стояки, будут сделаны э, дымоудаляющие, там система дорогая, будут окна вставлены, но там не будет уже сделано полностью отопление, там не будет теплый пулов, то есть мы предоставим человеку сделать это все самостоятельно. Выиграет он или проиграет, это уже как кто договорится. Почему? Потому что я говорю, когда мы ведем диалог с нашими поставщиками материалов, мы с ними, ну, будем говорить, э, можем их подвинуть цене достигают скидки до 40% на материалы. Вряд ли человек способен прийти там, в какой-то магазин и у продавца выторговать себе там, такую но скидку. На базаре можно. На базаре, на базаре можно, но если там сразу двойную цену накрутить. Но я хочу, чтобы люди попробовали. Вы знаете, мы пробовали продавать готовое жилье, Люди не... Я не могу сказать, что они там, там сразу же спохватились. Да, есть тот, кто с радостью воспринял это. Есть те, кто приходит сегодня и говорят, ой, мы будем там делать, переделать. Поэтому мы предоставляем сегодня возможность человеку сделать самому. То есть это не значит, что мы э, в сторону уходим. Ни в коем случае. Мы остаемся рядом с заказчиком. Мы находимся на месте. Забожает. Он да. Забожает. Придет к нам, скажет, я хочу в этой квартире. Сделать это, это, это и это. Это будет чуть дороже. Ну, мы сделаем там свой прескурант, извините, как ну, в какой-нибудь там клэш, да, бизнес, так. Как, да. И человек будет себе иметь право выбора. Немецкая сантехника будет одна цена, турецкая сантехника другая, там китайская, третья. Котел будет Висман, одна цена. Котел там, ну, извините, Женя, другого там непонятного производства будет в два раза дешевле. Человек волен заказать все, что он хочет. Тобто ми предоставляємо будь-які можливості. Я пропоную, щоб ви зараз переглянули відеосюжет. У нас є про те, як відбувалося, будемо говорити перший день будів, будівництва цього будинку. Як сваї забивалися і пробне Пробні, <світ> Да <світ> і от зараз ми переглянемо цей сюжет, а потім потім прокоментуємо. Дав... прошу дати сюжет. Першу палю нового дев'ятиповерхового будинку забивали, дотримуючись усіх будівельних традицій. І монети під нею поклали, і пляшку шампанського, наче об карабелі розбили. Як знаєте, зараз в місті Житомирі майже нічого не будується. І такий великий будинок, як цей. Чим більше будуєш, тим більше. Для людей і для себе. У нас заробіток людям жилью. Ось такий вигляд матиме новобудова. Тут, як і у раніше збудованому фаворитом будинку, всередині і автономне опалення буде, і можливість власниками квартири робити перепланування. На першому поверсі мають бути розташовані фітнес-клуб, поліклініка, центр дитячої творчості та розвитку. А ось еще, думаете, приводу уже ЖПрыг по житла, у сданному турик-будинку Новоселый. Мы очень мечтали с мужем купить квартиру, и я ему хочу сказать, что это наша мечта, и она сбылась, и хочу посоветовать всем, кто мечтает, пусть стремится к своей мечте. Мечта на самом деле очень хорошая, и надо стараться, и добиваться своей мечты. Квартира очень хорошая, нам с мужем она очень нравится, и условия хорошие. Планировка, то, что мы хотели, вот оно на самом деле так и есть. Мы обратились в компанию фаворит, потому что нет смысла покупать вторичное жилье, старые дома. Это все оно стоит так же самое. А... Не практично. Непрактично. А, а тут новый дом, все готово. Условия очень хорошие. И условия есть... для оплаты хорошие. Нам, нам все подошло, то есть мы стараемся. И я, я же говорю, желаю молодым семьям, всем людям, которые хотят иметь новое жилье, обращаются пусть в фирму фаворит. Здесь очень прекрасные люди работают, с которыми можно пообщаться. Они все как бы объяснят, расскажут. И пожалуйста, приходите и будьте нашими соседями. Ну, ось ми переглянули відеосюжет про те, як щойно розпочалося будівництво нового будинку і враження від людей, які вже купили квартири в будинку, який зданий торік, у листопаді місяці. Ось ще раз хочу показати, такий вигляд матиме новий будинок, новобудова. Матиме, просимо показати от, от такий вигляд матиме новобудова. І е, тут можна буде придбати вже квартиру. Ось бачите, досить ну на картинці все е, так дуже на картинці все красиво вже зіжократи. Да, да. Борис Семеновичу, ну не будемо говорити, що все вже так добре. Я думаю, що із певними проблемами ви також зустрічались під час будівництва і будинку, про який ми вже розповідали, який вже зданий в експлуатацію. І з цим будинком певні проблеми. Які проблеми, якого характеру ці проблеми, з якими ви зустрічалися? От вони, мабуть, характерні для всієї будівельної галузі не тільки для вашої? Ну, ви знаєте, ну, скоріше, що перша проблема це людський фактор. Тобто. Ну, це проблему ніхто не відміняв. Тобто, кваліфікація людей. Вы знаете, зачастую приходят люди, которые вот на словах они умеют все делать. Они делают великолепные ремонты. Так? Ну, я имею в виду и строители, да. и руководители, и вспомогательные организации. То есть, все угу. хорошо, все умеем, все там э, красивые машины, красивые этикетки, все красиво. На самом деле получается масса, не то чтобы проблем, но столкнулись с этими проблемами. Я уже говорил, что мы построили дом и не просто уже там ушли в другую сторону, мы наблюдаем, как он себя ведет, как в зимний период ведет себя, как в весенний период, как вот в осенний период вел. Есть замечания? Я знаю, я не буду там, как говорится, я не открываю этих замечаний, они все есть, мы до 1 июня дал команду все исправить, но опять же, этот вопрос чисто человеческая фактор. То есть есть прекрасные материалы, но где-то что-то забыли добить, где-то что-то доклеить, где-то что-то там приклеить, и получается вот такие, кажется, нестандартные есть ситуации. Но в целом дом прекрасно себя ведет, есть, еще раз повторяю, замечания, мы их устраним, они все устранимы. Но мы, опять же, говорю, то есть для нас не важно построить и забыть, пошли дальше. То есть для нас важно, чтобы люди жили и ну, наслаждались. Знаете, для меня, как для руководителя компании и проекта, самое приятное, наверное, то, что меня приглашают на новоселье. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, у нас было очередное новоселье в доме, и я получил приглашение. И знаете, когда вот ты приходишь к людям, незнакомым людям, и слышишь слова простой элементарной благодарности, я думаю, это самая высшая похвала для любого ну, строителя, для любого человека, врача там, кто бы не был, самое главное, чтобы Но люди да. говорили спасибо. И это не было просто там какое-то, ну, извините за просто это должно быть от души, сердечное, как говорится, там такое, как бы, общение. Не пустопрошнее слово. Да. Проблемы какие еще есть? Э, ну, есть масса еще таких, как бы, побочных проблем. Это решение наших общих городских проблем. Вы знаете, стыкаешься с такой, вот, ну не то что равнодушием, а таким, знаете, каким-то неприкрытым, вот, ну действительно люди относятся к твоим проблемам спустя рукава, то есть они никого не интересуют, то есть проблемы твои, ты решай их сам. Есть, конечно, когда откликается там и власти города, и власти области, но в последнее время, вы знаете, все как-то заняты проблемами политическими в нашей стране. И экономика это уже как бы побочно. Хотя я думаю, что для любого человека экономика прежде всего, чем политика. Но на сегодняшний день это так. Если будет нормальное та. житло и да. нормальная зарплата, то, то будет политика. Вот есть проблема, перед нашим домом есть стоянка. Автомобильная стоянка, которая была там еще в давние годы Сделано. Цена на улице покажите. Это на улице э, Бородия. Бородия, вот этот комплекс стоянка. То есть она получается перед самым нашим магазином. Я просто вот элементарные вещи, потому что это все деньги и все понимают прекрасно. Мы побудовали здесь стоянку в середине домов, чтобы она никому не мешала, она была удобная, она действительно была для этого. Это стоянка, она находится на тротуаре. Если вы заметили, то обычно люди должны идти по тротуару. Тут тротуара нету, потому что стоит стоянка автомобилей. Она закрыта ключей проволокой. Это создает внешний прекрасный вид нашего города. Мы говорим, мы сделаем благоустройство, мы поставим красивые растения. Мы сделаем прекрасную парковку перед магазином. Мы сдадим магазин. Там магазин, может быть? Да? да, это должен быть магазин. А как же пройти до магазина? Ну, никак. Это никак не придешь до магазина. Будем ждать 2015 года, когда закончится действие аренды у этих людей. Они здесь проходят коммуникации, если вот вы видите, да. Uh -huh. Это пунктирами, это газопровод, на котором вообще запрещено что-нибудь ставить. Но для наших бывших властей, я не говорю про нынешние, для, это не составляет никаких проблем. Потому что ну, как бы люди арендуют и вот арендуют. Поэтому сегодня я год уже бьюсь с этим вопросом. Я не могу его решить. Если я сдам в эксплуатацию этот магазин... Я только городу заплачу за эксплуатацию 400 тысяч гривен в бюджет города. Но 4000 гривен, которые платят аренда этой стоянки, видно, важнее. Ну, может, его вот там угода ей, или Не, ей может... есть угода. Но есть масса вопросов. Я же еще раз говорю. То есть есть незаконы. Тут есть газопровод, тут водопровод, тут все. На этом месте нельзя ставить темчасовую стоянку. Но ее сделали. Я же не говорю сегодня, что это проблема местных сегодняшних властей. Эту стоянку уже отдали 10 лет тому назад. Видно, были тогда другие э, люди, другие управленцы. Но сегодня я стыкаюсь с той же проблемой, что мы не можем до конца это довести вопрос. Но ну, мы готовы ждать до 2015 -го года, в принципе, ну, и город подождет нам очередных 400 тысяч гривен за сдачу дома. Мы пойдем дальше, мы не будем зацикливаться над этим. Э, это, простите, это боль, я с этой болью столкнулся, это, в принципе, ну... ну Бизнес, ну, при том, что я говорю, что мы не тоже там пришли, на как рейдеры, вот мы вас выгоним. То есть я для этих людей построил здесь стоянку. Я сказал, я эту стоянку забираю и сюда ее переношу. Я сделал ограждение, я сделал э, из плитки выложил полностью всю территорию, то есть сделал все, чтобы это было красиво с шлагбаумами, чтобы действительно оно имело свой вид. Но ну, и мабуть, мешканцы новобудовы не задоволены тем, что. Ну, я думаю, задоволен, потому что тут 8 гривен стоит место, парка места, а здесь стоит 4 гривны. Потому что это специально сделано для тех людей, которые будут жить и плюс прилегающих территорий. Ну, сегодня э, ставят люди машины во дворах. Это, насколько я понимаю, удобнее на клумбах, на тротуарах. Ну, понимаете, вот вам не передать: мы сегодня сталкиваемся с проблемой. Сегодня в дом заезжают строители, делать отделочные работы в квартирах. Я не говорю там про бычки, которые они кидают с балконов, ну это так заведено. Я не говорю там, ну когда на зеленый газон, вы видели на открытии дома, мы поселили зеленый газон, они выбивают стены, ну потому что уже надо стены менять. И этот прямо пеноблоки кидают на зеленый газон, вы просто, ну, ну, знаете, приходит мой начальник и он просто ну, со слезами на глазах. Молодой парень говорит, Борис Семенович, как так может быть? Неужели, мы остановили одного строителя и спрашиваем, а что, ну, тебя там совесть не заела? Он так, так мы в квартире робим ремонт. Кажется, что на улице нас насекавать? И вы знаете, в основном вот так ведет себя очень многие люди. То есть, вот э, зачастую еще я помню старые э, фильмы, когда вот заходишь в подъезд, какой-то мрак, но открывает дверь, и там в квартире ну просто замок там дворец. Зачастую, э, и у нас так происходит. То есть все считают, что вот квартира это мое, тут никаких вопросов не существует. А о подъезде, ну, это не мое, это чужое. У меня немножко другой подход. Подъезды это тоже ну, уровень жизни. А подъезде судят о людях, которые живут в этом доме. Вы знаете, когда вот идешь по дворам и ломаешь ноги, там по этим ямам, ну, человек, знаете, ну, как бы проходит мимо, там mm -hmm. где-то сплюнет. Скажет, ой, як не хорошо, і забудять. А я думаю, що ну може би наступить другая жизнь, коли дійсно, ми не дозволимо собі. Бо це залежить від рівня культури. Я не думаю, що це залежить від того, там де людина вчилася, яку освіту має, можна не мати ніякої або мати середню освіту, бути. Культурним і вихованою людиною, чи не так? Я, я думаю, що це залежить від рівня загального рівня культури. Повернемось до цього ось будинку нового. Розстрочка. Розстрочка існує при придбанні квартири? Звісно. Розкажіть, можливо, про ці фінансові як фінансові моменти, як краще тут, якщо людина ну, не має грошей зараз в повному обсязі. Чи можливо купити. Вы знаете, э, такой программы общей для, ну, как бы, для покупателей нету. У каждого человека есть свои возможности. Каждый приходит своими какими-то предложениями. Мы готовы рассматривать любые предложения, потому что нам э, выгодно строить. Выгодно не потому, что мы зарабатываем деньги на строительстве. Нам выгодно для того, чтобы действительно работало предприятие, чтобы люди получали своевременно заработную плату, чтобы работали предприятия города. Я скажу откровенно, знаете, невозможно. Э, Жить в стране, в которой нету строительства, нету промышленности. Я... И вот наш Житомир, да, извините, я просто там расскажу да, скажу да. мысль. Э, наш Житомир, э, я когда говорил, это мека для строительства. Да, все свое. Кирпичный завод, силикатные карьеры, песочные Ш... карьеры, щебень. Все свое. Да. И не строим. Парадокс. А в чем парадокс? Потому что, да, я говорил, есть недоверие, есть там какие-то там э, непрозрачные проекты, которые были до этого, но есть и сегодня другая э, проблема. Ведь э, город все равно требует жилья, и требует нового жилья, качественного нового жилья. Но я могу сегодня с уверенностью сказать, что жить в панельном доме и жить в нашем доме – это две разные вещи. Ну, с разомило. Да. И я хочу, чтобы люди тоже стремились к этому. При том, что я, насколько понимаю, что а не Сегодня наша квартира в новом доме по цене будет дешевле, чем в Про рассрочку расскажите, пожалуйста. Рассрочка у нас индивидуальный подход. Пусть приходит каждый человек, мы даем и на два года рассрочку. На больше у нас было 2-3 случая, но это был индивидуальный вопрос. Потому что, ну, как бы, я не хочу там говорить, как это случилось, но это было. И в самом начале, в принципе, как бы, первым людям мы дали тоже уверенность, как бы, ну, чтобы было доверие. Сегодня мы даем на время строительства рассрочку, но готовы рассматривать варианты. Если кто-то желает приобрести квартиру, он приходит, и мы с ним индивидуально разговариваем. Я бы хотел, Если, да. чтобы вы рассказали нашим телеглядачам, но вот с вашего досведу Який е, прошарок людей, які, е, будемо, люди, з яким е, до, достатком приходять і купують квартири? Я не думаю, що тільки бізнесмени, як ви вважаєте? Ну, от ви ж ну, я дуже вибачаюсь, я не вважаю. Я просто вижу, хто ко мне приходить, і я знаю, що приходять е, всі. Тобто немає такого определенного круга людей, які приходять купують квартири. Є люди, які мають хороший достаток і купують по дві квартири в доме для себе і для брата. Есть люди, которые приходят по доступному жилью, покупать квартиру. Я уже говорил, что первый, кто заехал в наш дом, это был сержант милиции. Абсолютно нормальная молодая семья. И буквально через две недели после того, как они заехали, у них родилась, родилась дочь. Я уже говорил на простой передаче. То есть люди с разным достатком. Но тем не менее все люди, которые действительно хотят жить по-новому. То есть, как говорят, кто имеет большие деньги, купит большую квартиру, кто меньше денег меньше. То есть цена квадратного метра она одинакова, что больше, что меньше. То есть кто-то покупает себе 100 квадратных метров, кто-то покупает себе 40. Но в принципе живут они в одинаковых условиях, в одинаковом подъезде и нет разницы там для кого-то мы делаем отдельные условия, для других мы делаем другие условия. То есть мы строили дом для всех одинаково. И условия жизни не определяют. Что будет внутри квартиры, это уже, извините, каждый себе. Кто-то мрамор положит, кто-то себе плитку кафельную, харьковскую. Но в целом Снаружи сьогодні. 22 89 66 – номер нашого контактного телефону. Телефонуйте, задавайте ваші запитання. Планування в квартирах. От стіни між, наприклад, кухнею і вітальною вони є. Чи потім вони будуються в залежності від смаків? Свободна планування, Приходять заказчики і говорять. Мне, пожалуйста, здесь перегородку, здесь мне не надо перегородка, угу. здесь будет. такой пред уже квартира абсолютно пустая, чистая, одни колонны. Приходит человек и говорит мне вот здесь, вот здесь, вот здесь. А вот здесь мне уберите. Поэтому мы делаем, ну, как заказчик захочет. То есть мы не нас не лимитируют стены, потому что стены у нас все, как говорится, несут никакой нагрузки. Угу. Все идет на колонны. Ну вы уже да еще расповели про то, что будем говорить про те начинение, которое есть в в квартире, то есть имею. Котли, труби, водопровідні труби, каналізація. Які виробники постачають в основному свою продукцію для того, щоб вони встановлювали її в цих квартирах, якщо людина купує от квартиру з тим, щоб були котли, і були це автономне опалення і каналізація. Знаєте, у Англіяні є одна хороша пословиця. Мені настільки багато, щоб покупати плохі речі". Е, Я цель наша эксплуатировать дома по э, до, подальшему. Поэтому для нас важно э, поставить такую как бы э, всю фурнитуру, которая нам позволит э, 30, 40, 50 лет потом не вкладывать деньги в эксплуатацию этого дома. Поэтому сегодня мы покупаем трубы, э, ну прежде всего это европейские производители, я не буду там звать по фирмам, я их не, не запоминаю, я знаю, что э, ну, мейден Германия, там мейден Франция, то есть то, что действительно сегодня на рынке станет все. Я знаю, что компания Рамстал и Aqua Termate те компании, которые продают очень качественные. Я попрошу Бориса да. Семеновичу, є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі говорите. Алло. Говорить добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла б задати питання Борису Семеновичу. Говорить, говорить, говорить. Приводу того, де будуються ці нові будинки, по якій вулиці. Так, і що, ще? І яка стоїмость квадратного метру цього жилья? Дякую. Ну, Ми вже говорили про це запитання, але люди я приходять з роботи, включають Конечно. телевізор. і, Значит, Я это... думаю, не зайвим буде це розповісти. Да. Да. Я повторяю, що будинок будується е на вулиці Вітрука Шевченка, Бородія. Це другий будинок. Від вулиці, тобто в середині. Перший, е да, перший збудований, це другий будинок, який будується, тому він знаходиться в середині цього квартала. І квадратний метр цього будинку починається від 6 тисяч гривень. Зрозуміло. Да. Борис Семенечу, ми бачимо тут на цьому е схемі генплану, що є тут і таке, будемо говорити, внутрішнє. Такий влучиш ставок, чи я не знаю, чи, ну да, це озеро чи фонтан, чи що це озеро? Так. Воно природне озеро. І що іще, Ну я розумієте, люди дивляться, думають, вулиця вітрука, тут ходять машини, транспорт тут ходять. А я знаю, що ви бачите це все як. Зеленая зона, будем, ландшафт такие зеленые, чинить. Так? Ну, это городская зона, то есть она не может быть полностью зеленой. Давайте покажем все, Да, таки. если можно, в принципе, да. Вот так будет выглядеть наш внутренний двор. Я так просто покажу, Покажите, действительно, это не просто газоны, это действительно так распланирована потримайте. вся территория. Она будет иметь зоны отдыха для детей, это закрытая будет зона, спортплощадка, это будет обязательно площадка для выгула собак и парковки. Парковки, я прошу прощения, я просто не показал, но они действительно реально есть, уже парковка это есть, стоянка вернее на 140 автомобилей, она сбудована и в принципе место, если... Я покажу дальше на макете это вот здесь эта зона, где будет просто парковки. Все остальное это будут площадки между домами, которые будут именно как игровые зоны. Здесь площадка детского садика мы сейчас над ней думаем, почему? Потому угу. что по сути нам не, не дают разрешения делать в таком виде этот детский садик. Есть свои нюансы, там АЗС, угу. все остальное. Поэтому мы сегодня как бы пересматриваем и будем делать внутренний двор, немножко изменим конструкцию этого дома, больше его сделаем по прямой. Ну, зробимо здесь именно газонов. То есть для нас важливо э, все в плітки, положить новий асфальт, то зробити благоустройство території не просто на словах, а зробити максимально ну, комфортно и приемлемо. Это был как і приемлемо, чтобы це був як парк. Якщо можна, рассказать про ті будівельні підрядні організації, які зводять новий будинок, і, можливо, про тих, які звели вже той збудований будинок, От, э, чи. Їх кваліфікація відповідає вашим вимогам, як будемо говорити, голови ради директорів компанії фаворити. Ну, е... Чи відбирали ви, як кажуть, достойно? Ні, ну, тендерна комісія завжди працює в наша компанія, але вопрос немножко будинок Ми починали строїти. На агентских соглашениях, то есть нам фундамент делала одна компания, монолитные работы делала другая компания, крыши делала там четвертая компания. И мы постоянно имели возле себя 20 там подрядных организаций, с которыми ежедневно надо было там, извините, жугаться, работать, угу. деньги, не деньги, там всякое было. Могли среди посреди рабочей смены встать и уехать, потому что где-то предложили чуть дороже работу. Угу. То есть мы с этим всем сталкивались. Сегодня мы подошли к немножко по другому. Почему? Потому что сегодня мы создали свою собственную компанию. Я считаю, что мы это туда очень квалифицированных людей. Мы, ну как бы зачастую работали с людьми, которые сами же тамиряне, но работают там в Киеве, в Керсоне, в Одессе, в других городах. Мы сейчас сколотили, ну как бы нормальную подрядную организацию. Команду. Команду такую, да. Мы э, создали свое проектное бюро. То есть дом проектируют полностью наши молодые ребята довольно как бы с новыми идеями, с новыми прогрессивными мыслями. Сегодня для нас важно, я говорил, это не просто там квадратные метры, а еще высота потолка, чтобы действительно человек имел высокий высокий потолок, чтобы удобно было. Сегодня мы ушли уже от, в этом доме тоже говорю, то есть если видите, здесь нету лодж. Тут одни балконы, это тоже была э, новинка наша, потому что ложи зачастую все уже повыбивали в стеновник, и, чтобы увеличить квартиры. Uh -huh. Поэтому мы сегодня уже в этом доме сразу же убрали ложи, чтобы людей не заморачивать над выбиванием стен. Э, я скажу больше, э, партнер, который... С нами участвует в этом проекте, у, приобрел даже железобетонный завод, завод железобетонной конструкций, То есть будет уже и бетон поставляться, с, будем говорить, с предприятием, которое родственное нам. Ну, по сути, мы делаем свой, как бы, такой строительный холдинг, который будет, ну, от заказа и до выполнения всех работ. Ну, вот, будинок материала 9 поверхів правильно? 9, да. 9 поверхів Ну, насколько... Можна швидко його побудувати, але водночас якісно побудувати. Скільки часу треба витратити, аби збудувати за сучасними технологіями сучасний якісний будинок. Ну знаєте, у кожного своя технологія. але те, що ми при приміняємо, ми беремо 18 місяців. То есть это с учетом того, что зимой мы не будем проводить никаких строительных работ. То есть зима, это мы уже тоже на этом доме, я уже рассказывал, тоже получили негативный опыт, когда пришлось э, всю зимню, зимнюю кладку перекладывать, потому что она не удерживает морозок, чтобы мы не добавляли. Поэтому 15 месяцев уйдет на строительство, и 3 месяца зимы зимой мы выпадаем. Мы этот дом начинаем в апреле месяце уже ну, мы, как активное строительство. И в третьем квартале 2014 -го года мы его сдадим. Ми строїмо за собственни сільства, тому я кажу, як і перший дом, так і другий дом, ми строїмо по нашій програмі, тому для нас важна швидкість. Чим швидше ми строїмо, тим швидше відсіляються люди. Я думаю, що варто нагадати нашим телеглядачам, що тут буде цілий комплекс тим телеглядачам, які щойно приєдналися до перегляду програм. У нас ще телефон 228966, але тим часом ми нагадаємо Борису Семеновичу про плани. Якщо можна, розкажіть. Що іще буде, крім от у нас є два будинки, і що іще планується тут збудувати кількість будинків і кількість поверхів, і всю структуру інфраструктуру? Ну, як я вже говорив, то є побудований будинок, є тот, який ми починаємо зараз. Есть третья очередь, это вдоль улицы Ветрука, дом, который будет иметь, Но ну, здесь он на плане одну имеет конфигурацию, мы в связи с тем, что детский сад нельзя разместить, мы сделаем его немножко по-другому. Это торговый центр, который мы, в принципе, тоже уже в планы входит с паркингом. И это перспективная застройка, которую мы с городом разрабатываем. Э, здесь находится ну, ряд предприятий, ну, как бы мы с ними имели уже... до улицы Бориса Да, да, мы с ними имеем предварительные переговоры, в принципе, как бы наши соседи уже не против там уступить, ну, продать Нам територію свою. Це ну, перспективна застройка, це двіча застройка. Потому э, наша застройка цілого кварталу. Ну, я думаю, що цей день ми построим в 2014 році, сдадим в 2015 році. Тобто, як я і обіцяв, за течении, там, 4 лет ми построим квартал. Як ви вважаєте, є перспектива того, що э, Житомир буде все ж таки вестися більш ширше, ширш, високими, більш швидкими темпами будівництва? І ви також будете брати в цьому участь. Можливо, ви вважаєте, що щось необхідно зробити, аби прискорити от процес будівництва житла для людей. Да. Те, що те, раніше вважалося, що ну, ніяк не можна зрушити з місця, а зараз, можливо, за певних обставин. Яких? Два фактори. Перше це повернути довіру людей, тобто робити те, що обіцяєш. Обіцяєш здати будинок за 18 місяців, здавай. Второй вопрос, это дать возможность работать, ну, чтобы предприятия работали. Вы знаете, зачастую я коснусь, может быть, такой глобальной темы, может быть, я, она не всем понравится. Я бы хотел, чтобы вы э, Недавно я общался с одним человеком, который сказал, что вообще Украина, это страна парадоксов. Мы вот элементарно... Перепрошу, телефонный звонок да. и продолжим. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый. Вы мне скажите, а что нельзя показать той район, натуральную величину, где оно все будет строиться? Ми вже показували, на жаль, ви, можливо, пізніше включили свій телевізор. Ми вже показували. Я думаю, що якщо ця програма буде у повторі, ви подивитесь там, як ми показали, натуральну як кажуть, величину. Отже, ну, угол, да, промавтоматика. Якщо ви посмотрите, це завод промавтоматики. Это здесь знаходиться база сад. А напроти нього було наше офісне двохетажне здання і внутрі нього вулиця Вітрука да. в районі вулиця Вітрука, Шевченка і Бородія. Це вже да. построенные дома, ті три этажки, в яких ліфти не работают. Ну то есть, так. Как бы, да. і продовжимо, що наша країна, країна парадоксів, і Ле знов телефонний да, пожалуйста. Слухаємо вас. Добрий день, скажіть, вечір. Чи буде залежати вартість житла від етажності? І від внесення внеску, який людина внесла, ну скажімо, там чи можна внести 30%, а потім 70, чи зразу потрібно 100. Я на жаль не дивилась спочатку. Нічого ми Дякую. зараз вам дамо відповідь. Я вже говорив, то індивідуальний підход кожному клієнту. Тобто ви приходите к нам. Ми з вами розробляємо проект вашої квартири. Тобто ви вы вибираєте собі етажність. В від етажності ми сильно не уділяли цьому увагу, тому що працюють ліфти. здесь уже в этом доме будут грузовые лифты. Поэтому как бы этажность будет мало зависеть. А вот именно цена квартиры, это будет от того, что вы выберете в этой квартире. Еще один телефонный звонок, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Борис Семенович, подскажите, пожалуйста, вот по поводу торговельного комплекса, какие перспективы его? То есть, когда начинается строительство и когда планируете закончить его? Э, значит, э, Торговом центре, я имею в виду большом, да, насколько я понимаю. Ну, Значит, да. здесь есть э, вопрос один. Э, наша территория не позволяет на сегодняшний день нам начинать э, закладывать этот торговый центр. Это опять же будет вопрос об, обсуждаться с, э, с хозяином территории. Здесь, видите, немножко граница происходит. Это Житомир. Э... Ой. Глав, глав, главпостач. глав главпостач. Да, главпостач. Это их территория. Мы с ними тоже вели переговоры. В принципе, они как бы тоже готовы рассматривать вопрос, но они хотели видеть нашу не то, чтобы там перспективу заинтересованность, а конкретно, допустим, предложение. Я думаю, что когда дойдет эта очередь, а эта очередь дойдет у нас в следующем году, мы начнем серьезно задумываться об этом вопросе. Но это, опять же, будет вопрос с городом. Потому что для нас важно не просто там заявить свои планы, мы готовы строить. Мы хотим реально понимать, допустим, что мы здесь будем строить. Какой торговый центр? Да, Чтобы это действительно было, если вы видите, мы разбили как бы и такой стад, чтобы этот угол именно Шевченко и Ветрука, он имел, ну вы, если вы там видели сегодня, там стоит остановка, ларьки. Э и э порожние места. Да, порожние места там, ну территория обычно у нас в Житомир. извините сегодня, но это факт. Поэтому для нас важно сегодня договориться с главпостачем и в принципе в следующем году мы будем закладывать этот торговый центр. И еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Я говорю, вы... да я не чувствую, там... Вы мне объясните, где его найти, строителя, через... О. Дякую. Значит, э, улица Ветрука, 6. Это напротив промавтоматики э, завода, угол. Рядом находится э, У... салон, автомобилей, на Шевченко да, салон автомобилей Kia и э, Hyundai И за ним двухэтажное здание. Ш... Ветрука, 6. Компания Фаворит. Там, ну, в принципі, можливо, да. Дайте людині контактний телефон, приймальні, якщо ви пам'ятаєте. Якщо... Ну, я пам'ятаю свій телефон: 418 927. 418 927, 418 926. Позвоніть, будь ласка, ми вас зустрімо і все покажемо і пояснимо. Ну, от давайте все ж таки я хочу почути відповідь. Про парадокси? Про парадокси. В чому парадокс і як ці парадокси позбутися, якщо це можливо, звичайно. Я тогда вам задам, как ведущему. Скажите, пожалуйста, в нашей стране газ для предприятия стоит 4 тысячи гривен, для населения стоит 78 копеек. А в Европе наоборот. Газ для предприятия стоит гривна, я образно переводе, да? А для населения стоит 4 тысячи гривен. Почему? Yeah. Потому что э, задача государства другая. Первая задача, это чтобы работали предприятия. Если вы помните, даже в советские времена я просто так вот недавно просто анализировал эту ситуацию. Э, столярка стоила 8 копеек для предприятия. Бензин стоил там 12 копеек, а для населения стоило 40 копеек. Потому что понимали, что предприятие работает, оно зарабатывает деньги, оно платит зарплаты, оно числяет налоги, оно делает социальную политику в стране. Но вы Сегодня все на... спроможность за всеми Откуда? Стоп, откуда она берется, купивельная спроможность? Если сегодня предприятия загнаны все, э, ну извините, в Заможайск, Сегодня, по сути, ничего мы не можем, нет добавленной стоимости, потому что купивальной промышленности населения нет. Так. Сегодня мы производим масло. Дорогое, но и дешевое, это понятно относительно. Оно стоит столько же, сколько стоит в Германии. Но человек сегодня в Германии зарабатывает тысячи евро. 30 тысяч гривен. А наш человек зарабатывает максимум 3 тысячи гривен. Давайте ответим <проб> на одно еще Мы эту разговор продолжим, я думаю, думаю, наступного раза. Извините. Да. да слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Такой вопрос. Как вы прокомментируете то, что у вас уже в новом доме ветром снимают крышу? Ого. Ну я прокомментирую это тем, что действительно во время урагана, который был два, два дня тому назад, э, на одной из э, как бы крыши снесло пару э, черепиц. Да, действительно, мы знаем эту проблему, но извините, есть подкладка, есть э, защитный слой. Э, мы Ну, я думаю, завтра, ми сьогодні будемо устранить, ми, ми ну, устраним це через два дні. Це ну, не те, щоб человеський фактор, це дійсно стихія. По нашому, я вважаю, вдома, був дуже серйозний удар ветровой вітрової нагрузки. Так, ну, да, пару шеферин знісло. Ну, це буває. За Бога, це да. не проблема. Якщо ми не маємо більше телефонних дзвінків, то я думаю, що варто нам вже підсумовувати. Борисе Семеновичу, заключні у нас є 2-3 хвилини. Що ви хотіли сказати? нашим телеглядачам, от прошу на цю камеру, з якими словами до них звернутися, підсумовуючи нашу розмову у студії, сьогоднішню, другу. Ну, опять же, я хотів попросити всіх, поблагодарити всіх тих, хто повірив нам, кто купил квартиры в нашем новом доме. Я считаю, что э, мы сделали очень хороший дом, несмотря на то, что действительно есть какие-то недостатки. Эти недостатки мы все прекрасно знаем. И я повторяю, что мы их устраним обязательно, потому что это честь нашей компании. Э, самое главное, что мы не стесняемся тех проблем, которые существуют. Мы их говорим, выносим на обсуждение, мы приходим в квартиры, мы приходим к людям, спрашиваем, что не так, что надо сделать. В принципе, мы ведем ту политику, которая действительно помогает э, идти, вести диалог между покупателем и продавцом. Ну и что попрошу я остальных? поверьте мне, что не в плане того, что поверьте, а поверьте то, что на сегодняшний день строительство в Житомире необходимо, не просто должно быть, а необходимо. Для нас важно, чтобы работала промышленность, чтобы работал силикатный завод, чтобы работали э, Обербетон, чтобы работали другие предприятия строительные, которые действительно сегодня делают бизнес, бюджет города наполняют социальные все сферы, они создают действительно рабочие места. Создавая рабочие места, создаются условия для жизни. Если сегодня действительно покупать квартиры на вторичном рынке, вы ничего не выиграете, вы только проиграете, потому что это, я говорю, вы покупаете свое прошлое. Если вы хотите действительно будущее и вам нравится жить в будущем, то приходите к нам, приходите в новые дома, приходите там, действительно, вы уверены в том, что ваша жизнь будет соответствовать этому уровню. Я, это опять же, все на автомобиле, сегодня все хотят ездить на новой машине, и никто не хочет покупать старый. Я понимаю, что деньги, но сегодня деньги, это вторичное, приходите к нам, и я, э, ну мы найдем способ для того, чтобы действительно стали обладателем на квартиры в наших домах. Ну, уже такой приемный финал, было 100 слова, еще... Що... Хто до вас прийде, стане. Да, Приходіть, да, ми відкрити для диалога, для того, щоб сьогодні искать можливості і варіанти. Дякую вам, Борис Семеновичу, за участь у нашій сьогоднішній передачі. Борис Розенблат, голова ради директорів компанії Фаворит, був гостем сьогоднішньої нашої студії в прямому ефірі. Ми завершуємо його. До побачення, до нових зустрічей.